закончили клеить второй слой вибропласта в дверях на автомобиле Volkswagen Polo. Второй слой у нас клеится на внутреннюю сторону двери. Все тщательно прокатали валиком. На задних дверях также уже проклеили третий заключительный слой шумопоглотителем. Сейчас собираем обшивки. Машина готова. И с правой стороны уже обшивки готовы. Никаких признаков разборки, сборки мы не оставляем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!